Полено превратилось в настоящий шедевр, а крыша музея – в музыкальную сцену. В день рождения города новочебоксарцев ждали сюрпризы. Какие, расскажет моя коллега Нина Романова. Как из обычного полена соорудить красивую скульптуру, знает резчик по дереву Евгений Акимов. Он создает фигуры из дерева почти 20 лет. Фигурки обычно занимают где-то дня 3-4 нормально. А если вот скоростные скульптурки, такие как вот европейский стандарт немножко, так, это 45 минут дает время на скульптуру небольшую. Это где-то сантиметров 70. У музея истории города народные умельцы создавали из дерева животных и птиц. Сегодня мы проводим мастер-класс для того, чтобы удовлетворить желание жителей нашего города. И вот эти скульптуры будут стоять по левой и правую сторону входа на территорию музея, означающие гостеприимство, хлебосольство. Работы художников вызвали неподдельный интерес у горожан. Они с любопытством наблюдали за тем, как трудятся мастера. Мы целенаправленно шли посмотреть, именно в такой обстановке, сегодня погода замечательная, как люди делают из обыкновенного бревна, то есть такие фигуры, целые произведения искусства. Блюз, рокобили, рок-н-ролл. Вместо сцены – крыша музея. Вместо зрительного зала – уличная площадка. Чебоксарская группа «15 суток» необычно поздравила новочебоксарцев с Днем города. Место выбрали не случайно. Музыканты решили последовать примеру «Битлз», которые устроили свой последний концерт на крыше звукозаписывающей студии. По поводу сложностей именно вот этого мероприятия. Технические сложности, они, безусловно, есть. Потому что крыша, ветер, микрофоны – сдувает, пюпитры тоже вот покачиваются немножко. Вот именно такие выступления на крыше у нас в первый раз, на самом деле. Надеемся, не последний. Мы хотим еще, нам уже нравится. Желающих посмотреть на выступление музыкантов собралось немало. Зрители с удовольствием вставали в пары и танцевали под зажигательные мелодии. На самом деле это очень замечательная идея, что и для группы, чтобы группа как-то продвигала себя, и для зрителей послушать такую замечательную музыку, тем более такой необычный формат, концерт на крыше. И мне кажется, это очень здорово для города. Жители Новочебоксарска рассчитывают, что такие выступления станут традиционными, и подобные концерты будут радовать горожан каждый год, а может и чаще. Нина Романова, Александр Яковлев, «Вести», Чувашия.